Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Я надеюсь, вы уже поняли, что мы продолжаем вас знакомить с экспозицией выставки «Инотранс-2018» в Берлине. И сегодня по многочисленным просьбам трудящихся мы как раз таки и расскажем о самой яркой и самой громкой премьере этой выставки, о нашем высокоскоростном юнибусе U4-362. И вот тут как раз на стенде работает начальник управления подвижного состава закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Андрей Дмитриевич Зайцев. Я думаю, он не откажется. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Много людей спрашивают, что же это мы привезли, расскажите, пожалуйста. Ну, вопросов огромное количество, я думаю, вы уже в теме. Давайте ближе, в общем-то, к вам. Я не буду особенно задавать вопросы, они всем ясны. Премьера этого года совместно с выставкой Unicar, скажем, который у нас уже продукт известный, сертифицированный. Основной премьер этого года является высокоскоростной юнибус, за которого мы сейчас находимся. Высокоскоростной юнибус модели U4-362, одна из моделей в линейке высокоскоростных юнибусов. Ну, что такое 362, пользуясь случаем, да? Тройка обозначает то, что машина принадлежит семейству высокоскоростных юнибусов, но 62 – это его модель. У нас тоже есть определенная классификация. В частности, модель, представленная в этом году, имеет вместимость 6 человек. То есть пассажирский салон рассчитан на 6 человек. То есть типа 3 купе по 2 человека, типа? Можно сказать, как купе, хотя салон однообъемный, просто имеет 3 входа, 3 отдельные двери. Давайте посмотрим. U4, я предполагаю, это, наверное, четвертое поколение струнного транспорта юнитского. Совершенно верно. Стружка выполнена сейчас механическим приводом, но впоследствии она будет будет дополнена электрическим приводом с возможностью автоматического открытия и закрытия двери. Ну, салон, надеюсь, описывать сильно не стоит. Всегда один раз лучше, конечно, увидеть. Выполнен в светлой гамме, приятный, скажем, не нагружающий зрение и восприятие человека. О дисплеях расскажите, пожалуйста, что с их помощью можно делать? Ну, значит, естественно, на выставку мы привезли максимально комфортное исполнение салона. То есть все сиденья имеют все возможные регулировки, да, по длине подушки, по высоте подушки, по углу наклона подушки и спинки. Ну, кнопок не видно. Я подозреваю, что все это через дисплей, наверное, осуществляется. Да, совершенно. Мы можем присесть. Конечно, конечно. И проверить функционал дисплеев вживую, скажем так. О, музыка приятная. Можем устроить дискотеку. На выбор сейчас заложено 3 языка. Немецкий, поскольку в Берлине английский международный, и русский как язык разработчиков. Ну, давайте пробежимся по английскому. Значит, сейчас мы видим, собственно, маршрут движения, по которому мы виртуально в настоящее время движемся. Да, из Минска в Москву. Соответственно, можно видеть то, что происходит снаружи, где мы едем в данный момент. Поскольку имеются только боковые окна, то данная картинка позволяет человеку, ну, как бы не отрываться от действительности, если так можно сказать. Также имеется связь с диспетчерской службой и набор регуляторов. В данный момент заложен. Это яркость освещения индивидуально на каждом месте, которую можно вплоть до отключить, если мы хотим отдохнуть. И, значит, регулировка сидений, в которой мы видим обогрев трехрежимный. Можете включить погреться, если вдруг берлинская погода. Нет, жарковато в Берлине. Тогда есть вентиляция сидений, если вдруг успели. А массаж? И массаж сидений также присутствует. Я вообще хотел пошутить. Шутки здесь неуместны, мы работаем всерьез. Каждая шутка есть доля шутки, остальное правда. Да. Значит, и регулировка всех возможных зон сидений.
отдельно регулируется, как я сказал, все, вплоть вот ширина спинки, угол наклона ее, подкачка, отдельно регулируется верхняя часть. Поясничная поддержка была, по-моему, да? В общем, все как в лучших, да, поясничная поддержка, все как в лучших лимузинах современных. Также встроена мультимедиа. Зона мультимедиа. На выбор предлагаем прослушать музыку. Есть разъем для наушников индивидуальных. Либо мы можем предложить пассажиру посмотреть видео. Ну, в принципе, различия в пути. Несмотря на то, что транспорт высокоскоростной, конечно, путь, допустим, из Минска в Москву будет занимать около там, 1,5 часа. Поэтому, чтобы люди не скучали, мы эту функцию предлагаем. И кратко посмотреть информацию о транспортном средстве, на котором мы, собственно, перемещаемся, его характеристики, немножко полезной информации, скажем так. В общем, я так чувствую, это что-то похоже на современный телефон, 90% функций которого мы не то что не используем, а даже не знаем. Мы знаем все функции, а потребителю придется... Ну, я говорил, мы как потребители там телефонов, я имею в виду те люди, которые ездят, наверняка даже... Повторюсь, предложено не самое топовое, но, скажем, люксовое исполнение машины. Какие-то функции, как покажет практика, если они будут избыточные, можно их, с одной стороны, дополнять, с другой стороны, ограничиваться. Я действительно впечатлен, абсолютно честно. Машина новая, я вот только из отпуска, для меня все это как откровение звучит. Я практически потрясен. Спасибо вам огромное. Слушайте, тут отсек. Говоря, у нас регулируется, то есть если сидящий впереди человек захочет подремать, наклониться, то мы можем скорректировать положение монитора, удобное для восприятия информации. Я вижу тут удобное такое какое-то отсек, да, до мелочи. А чемодан можете показать, где тут что-то? Да, у нас есть в машине предусмотрено отделение для перевозки багажа. Он находится в передней части кузова. Значит, так оно у нас выглядит. Вмещает легким движением руки. В принципе, стандартный, как или усредненный набор багажа для 6 человек. Я думаю, поместится все. В любом случае, в автомобиле, в котором 5 человек ездит, наверное, багажник поменьше будет. Поменьше, конечно. Раза в 2. Как минимум. Ну, либо пару зайцев может лезть, но за этим следит система управления транспортным комплексом. Можно верить, об этом сказал сам Зайцев. Да. Что мы видим еще снаружи? Собственно, прекрасную форму. Прекрасную как визуально, так и с технической точки зрения. Она, могу использовать слово, вылизана. Не постесняюсь этого, поскольку... Спорить не буду, подтверждаю. Ну, форма машины, прежде всего, влияет на сопротивление движению аэродинамическое. По двум параметрам, собственно, площадь поперечного сечения и коэффициент аэродинамического сопротивления. Так вот, при построении формы наши дизайнеры, они не просто создают нечто красивое и приятное, а при этом думают, как это будет работать. И думают, и проверяют сразу, какое сопротивление, собственно, будет возникать. Ну и, скажем так, гладкость поверхности тоже явно важна, потому что качество прокраски, что не шершавое, все то, что мы видим, тоже наверняка улучшает аэродинамику. Краска глянцевая, чтобы максимально снизить аэродинамическое сопротивление. А форма поверхности, построены по второй производной, скажем так. Спасибо большое, Андрей Дмитриевич. По-моему, исчерпывающая информация. Я думаю, все те люди, которые задавали мне эти многочисленные вопросы, останутся довольны. Может, еще что-то добавить, что пришло сейчас в голову? Ну, разве что вот могут спросить, а что это вот за этот люк перед багажным отсеком? А что это за вот этот люк перед багажным отсеком? Это аэродинамический тормоз, который работает на высоких скоростях, то есть при торможении с максимальной скоростью, он примерно до остаточной скорости 150 км в час, он гасит. Типа как уши открываются? Типа как плавники у рыбы, можно сказать. У меня такое, как чебурашка что-то больше было, думал.
Спасибо вам большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда, возможно, мы пригласим вас как-нибудь с собой проехаться в этой красоте. Строй SkyWay! Спасай планету!